Добрый день, коллеги! Прежде чем я начну печь хлеб, я хочу сказать, что для простого хлеба, в котором только мука и вода, очень важно качество закваски. И если вдруг качество выпекаемого ржаного хлеба на КМКЗ перестало вас устраивать, не спешите выводить новую КМКЗ, а попробуйте вот такое вот освежение, которое качество закваски... А в конце и качество хлеба очень хорошо поднимет, и ароматы, и вкус к нему вернутся. 15 грамм КМКЗ из холодильника, 190 миллилитров воды температурой примерно 45-48 градусов Цельсия, ржаная мука цельнозерновая 90 грамм, и туда же добавляем дополнительно 10 грамм белого неферментированного ржаного солода. Количество белого ржаного солода 10% от веса муки в закваске, то есть всего сейчас здесь 100 грамм муки, из них 10 грамм солода. Влажность, как всегда, 190%, а количество стартера уменьшено в два раза и составляет примерно 5% мукой. Время ферментации все те же 12 часов. Температура, как всегда, от 38 до 42 градусов Цельсия. На вкус такая КМКЗ с добавлением 10% белого неферментированного солода получается более кислой а аромат у нее приобретает эдакие фруктовые нотки. Консистенция же становится чуть более жидкая. Ну что ж, перейдем к рецептуре. 1912 год. Хлеб из одной овсяной муки не выпекается, а выпекается из смеси ржаной и овсяной 3 к 1. Печь я буду из 800 грамм муки в форме L6. Мука ржаная цельнозерновая и мука, полученная путем перемола грубых овсяных хлопьев в кофемолке. Овсяные хлопья 120 грамм. Берите те, которые дольше всего развариваются. Пропускаем через кофемолку, чтобы получить овсяную муку. Ну, естественно, если есть доступ к цельнозерновой овсяной муке, то берем сразу 120 грамм цельнозерновой овсяной муки. КМКЗ освеженная 116 грамм, это 5 процентов мукой от муки на выпечку. Добавляем теплую воду, 416 миллилитров, температуру воды выбираем с таким расчетом, чтобы выйти на начальную температуру опары в 29 градусов Цельсия. Хорошо перемешиваем КМКЗ и воду, после чего контролируем температуру, чтобы она не была слишком теплая для добавления дрожжей. Если температура будет больше 35 градусов, то добавлять дрожжи не надо. И только потом добавляем хлебопекарные дрожжи в количестве 4,8 грамм. Мука ржаная цельная, зерновая 320 грамм и мука овсяная цельнозерновая или молотая из хлопьев 120 грамм. Согласно инструкции в книге, овсяная мука ведет к тому, что тесто очень быстро набирает кислотность. Из этих соображений количество КМКЗ в опару было взято мной как 5% мукой, а не 10%, для того, чтобы опара не прокисла и получить хорошее дрожжевое брожение. Температура брожения опара 29 градусов Цельсия. Время брожения 3 часа. Через 3 часа опара имеет приятный аромат и кисловатый вкус. Добавляем соль поваренную 12 грамм разведенную в 55 миллилитрах воды и хорошо перемешиваем. 240 грамм ржаной цельно зерновой муки добавляется в тесто и еще 80 грамм муки овсяной. На этом, собственно говоря, и все, и можно приступать к замесу теста. Согласно инструкции 1912 года для выпечки ржано-овсяного хлеба необходимым условием является получение хорошего дрожжевого брожения в тесте, чего, собственно говоря, мы сейчас и добьемся. Добавьте воды в тесто, если это необходимо. Температура теста должна быть 30 градусов Цельсия, для этого имеет смысл муку подогреть. Время брожения 1 час 15 минут. За 1 час 15 минут тесто успело полностью подойти, имеет приятный спиртовой аромат и готово к разделке. Формовку я буду производить мокрую, выпекать буду, как уже сказал, в форме L6. Ну, естественно, что в 1912 году хлеб этот никто на КМКЗ не пек, Инструкция не очень четкая и внятная, но смысл ее примерно сводится к тому, что ставится опара из 50% муки, при этом мука делается сразу из смеси ржаной и овсяной. Когда опара из 50% муки готова, то к ней добавляется оставшаяся мука, замешивается тесто. И чтобы не допускать развития кислого брожения из-за овсяной муки, хлеб сразу выпекается. Ну что ж, опарный так опарный. Очень к этому подходит стандартный способ приготовления хлеба на КМКЗ. Вместо 50% 60%. КМКЗ взято 5%, как я уже сказал, чтобы не допускать сильного кислотного брожения. Перекладываем заготовку в форму, разравниваем ее форму, естественно, смазываем. В несмазанной форме печь хлеб нельзя, он прилипнет. Ну, сверху я подсыпал овсяными хлопьями. Естественно, в 1912 году так никто не делал, а хлеб пекли вообще не в форме, а в виде караваев. Окончательная расстойка в тепле под колпаком с паром заняла у меня около 25 минут. Тесто поднимается очень быстро. Увлажняем верхнюю поверхность, выпекаем 10 минут при 260 градусах Цельсия и потом допекаем еще 50 минут при температуре 200 градусов Цельсия. Хлеб за 2-3 минуты до окончания выпечки сбрызгиваем водой и после чего остужаем его на решетке до полного остывания. Ну что ж, дорогие коллеги, вот такой вот простой хлеб, сделанный по мотивам хлеба из 1912 года полностью, набирает он, на мой взгляд, аромат и вкус через 24 часа после выпечки. В первые два дня он действительно обладает некоторым таким фоновым овсяным ароматом, а после этого времени уже пахнет просто ржаным хлебом. Ну вот видно, что хлеб в форме даже чуть-чуть у меня перестоял, будьте внимательны. Ну а я на этом с вами прощаюсь и до следующего раза.